2000 полицейских и сотрудников пожарной охраны продолжают поиски 15 пропавших без вести жителей города Дзеса, затопленного после того, как из-за прорыва дамбы разлилась река Кинугава, сообщила телекомпания Nippon Television Network. В четверг из-за ливней, вызванных на востоке и северо-востоке острова Хонсю атмосферным фронтом, на реке Кинугава прорвало дамбу и вода хлынула в город Дзеса. В результате 2 человека погибли, 15 числятся пропавшими без вести. Более 11 тысяч домов были затоплены, площадь затопления оценивается в 32 квадратных километра. В пятницу атмосферный фронт продвинулся севернее и вызвал дожди в префектуре Мияги. Здесь также была повреждена дамба, затопила город Осаки. В Мияги погибло 2 человека. Всего в стране от стихийного бедствия погибли 4 человека, 15 числятся пропавшими без вести. Ведутся спасательные работы. Причинами возникновения атмосферного фронта и ливней стали область низкого давления, в которую превратился тайфун Этау в Японском море, и влияние тайфуна Кило на восточном побережье Хонсю. В Мияги погибло 2 человека. Ведутся спасательные работы.